мальчик! Что ты было такое? Нате, по пузу получи! Тварь, блядь! Не, ну это уже дикость какая-то, пацаны. Твою мать! Нахер! Ай, ладно, я побегу назад, если чё. Как настоящий смелый человек. Ой, блядь, напугал! Зачем так глубоко спускаться? Падлы, падлы, падлы! Вылези! Да блядь, да ёб твою мать! Они так неожиданно выскакивают, конечно. Ай, блядь, да что ж такое? Как-то мы очень низко спускаемся. О, дурак, дурак вот этот вот. Твой быстрый такой. Какой-то будет ползучий мудак. Я тебе говорю, будет точно ползучий мудак. А мы будем очень-очень сильно бояться его. Подходи, я не выйду к вам. Ай! Ай! Ай, блядь! Сука! Опа! О, он его загасил, ты видел? Это ж все, это вообще мы непобедимые. Утречка, ты на канале Gunplay Games, где мы с тобой играем в разные игры, продолжаем Cry of Fear, будем проверять вот этот мощный метод, но нет звуков вообще, нет звуков вообще, тишина, музыка должна быть, ладно, пойдем проверять, что нас ждет впереди, начнем. Блять, вода. Опять будут утопленники. Короче, смотри, смотри. Делаем как? Делаем мощно. Оп, оп, вот так. Бьем, подходим и двойной удар делаем. Супер. Все, что я хотел знать, не было ли тут ключа. Эй, что за хрень вы тут устроили? Только не ты снова. Стой. Что? Что? Вот срань. Не тот ли этот ключ, о котором он говорил? Булавоносец. Ёб твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой. А у меня-то оружие хоть какое-то есть? Оп, подхожу. Ага. Бля, что-то будет меняться или нет? Я не понимаю. Что-то работает тут или что? Сколько мне тебе бить? Мне кажется, это не то, что нам нужно делать совершенно. Вот там зачем-то есть... Ага, вот. Ага, во-во-во, крутить надо, сука. Вай-вай-вай-вай-вай, сука. Вай-вай-вай-вай-вай-вай! Ой, зараза, блядь! Твою мать, что творим? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-о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 й! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что нужно сделать? Я не понимаю! Что нужно делать? Что нужно делать? О, твою мать! Да ёб твою, что ж ты такое-то, а? Электрический заряд готов! Вот это да! А почему он решил подождать? Так, стой, 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 там нормально, нормально, заряжай. Заряжай, заряжай, заряжай. О, бежим. Давай, 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 давай. О, есть, ты смотри. Получилось. Похоже, потребуется что-то большое, чтобы вырезать этот ключ. Ну. Тут-т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 ут.
Что-то большое? Но у нас только нож. Мне потребуется что-то. Ну вот, вырезай. Откуда ты его там вырезать-то собрался? Так, не буду крутить. Оно сейчас не нужно нам. Так. Ага. Я так понимаю, у нас каждая серия будет начинаться с какого-то придурка. Так. Так. Очень много закоулков. Очень много закоулков. О, это то, что нам нужно. Эк, осторожно. 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 Очень осторожно. Так, я готов. Так, подожди, на что вообще по оружию? Я потому что уже тут все по нулям. Тут 4 патрона. Угу. Видишь, хорошо, что мы не всадили в него все. В этого булавоносца. Я готов, ёпта. Пила. А, ну это мы просто вырезать будем. Бить-то она будет с такими странными звуками. Инвентарь полон. Да ты издеваешься. Началось опять. Так. Ну выброси. Возьми пилу. Пила должна помочь мне разобраться с тушей монстра. Ну раз должна... Так. Это вот специально сделано, что мы взяли, такие прошли, никого нет. А на обратном пути... Ой, твою мать! Ах ты ж, блядь! Ага. Блять. Во, нормально. Сука, испугала меня, мразь. Испугала меня, мразь. Она еще так... Блять, ты ёб твою мать! Опа, сука! Ай, ёб твою мать! Опа, блять, получи по башке! Да, все-таки это параша. Слушай, мне кажется, ножом быстрее. Как вы интересно лежите, мадамы. И тут давай ты, нет? Ага, ага. Так, вот здесь. Никого нет. Так. Режем. Но мы пойдем обратно за... Как его? За пистолетом. Ржавый ключ. А, хер мы куда пойдем. Хотя, это же сюда, по идее, да? Он запер эту дверь. Ржавый ключ. Ржавый ключ, добытый мной из желудка убитого монстра. Ну, применяй. Не понял. Он запер эту дверь. Только открой. А я выйти могу? Вот дверь заперта. Так, ну, давай сохранимся. Как бы почему и нет. То есть... Открыт. Все, пойдем. За пистолетом. Но мы-то, конечно, будем теперь бегать. Постоянно. Мне кажется, что в итоге придется что-то бросить. Просто я пока не увидел классного применения вот этой параши нашей. То есть... Блять, не то. Так, мне так неудобно. Вот так мне привычней. То есть вот кажется, что глянь, как круто, как на таран будем идти. Но нет, мы же убьем, отскакиваем, бьем, отскакиваем. И как будто особо нету... Как будто особо нету разницы. Но я буду максимально... Так, давай сохранимся сразу. Много сохраняюсь, но в этой игре это... Я считаю, что правильно. Вдруг меня сейчас сразу как укокошат. Твою мать. Я... Да, сохранение часто это хорошо, но не настолько. Кто бы мог подумать. Ну да, в принципе, это же босс был.
моего... Что это, самокат? А, это лампочка? Что? Ага, я могу сохраниться. Так. Это меня просто припугнули. Смотри, какой длинный коридор. Это не просто так. Так. Давай вот так пойдем. Я... Так. Напугай сейчас, сука. Чуть-чуть. Почему не появляется? Твою мать! Она сзади сейчас будет. Оп! Оп! Нет, нету. Нету. Вот она! Блять. Так, у меня оружие! Дверь не подается, у меня оружие! Так, она сейчас появится из ниоткуда. Из ниоткуда. Какая неприятная здесь... А, вот сломанная стена. Подсвечивается мне. Какая неприятная музыка. А я вот так сделаю. Опа. Оно, может, чуть-чуть и тратит наше время, но... Так, блять, о чем ты думаешь? Тебе это нравится? Да я пока не знаю. Тебе ничего не известно. Это я полностью согласен. Если бы ты только мог понять. Интересно, что? Это не то, чего я хотел. Ну, как скажешь. Ёпте. Вот это... Вот это да. А я пролезу? Ай-яй-яй, не пугай меня. Опа. О, обратно можно залезть. Если что, запоминай. Так. А можно музычку как поприятнее чуть-чуть? Я лишь хочу, чтобы ты умер. Лишь умер. А, ну это все? Это все, что ты хочешь? Да чтоб тебя. Блин. Что? О-о-о-о! Твою мать, что? Блядь, твою пта. Ну я умер. Он добился своего, я умру. Нет, по ним... Они не стреляются. Я тут тоже умираю? А, вон они руки, я их не видел. Так. Хорошо. Побежали. Тут нас ничего пугать не будет, получается. Но как пройти по рукам? Я что-то не совсем сообразил. Так, давай. Наверное, какая... Может... Я их буду резать? Но это не поможет. Я тебе отвечаю, это не поможет. То есть мы должны бежать. Сразу. Вот, все, но это... Это... Чё за херня? Это жесть какая-то. Вон выход. Это... Твою мать, давай. Давай. Давай, давай, давай. Почти добежали. Я, кажется, понял. Смотри. Да сейчас ты не трать тостамину. Смотри, как это работает. Я сейчас тебе покажу. Прыжками мы хорошо спасаемся. С прыжком. Вот сейчас мы наберем стамину. И будем прыжками... Прыжками добираться. Вот там как раз в конце лучше сделать рывок стаминой оставшийся. То есть сейчас бежим. Бежим. По чуть-чуть. Бежим. Ага. Ага, давай. И вот нам...
Нужно последний рывок. Опа. Успел? Добежали. Есть. Полицейская линия не пересекать написано. Мало ли. И что это? Просто они... Да, они специально нам дали шприц. Чтоб... Ну точно ты прошел. Проклятие. Что это такое? Галлюцинации? Галлюцинейшнс? Я что, свихнулся? Черт. Ну, он же наркоман тоже, он колется, понятно? Мне нужно найти помощь или хотя бы найти дорогу домой. Хотел бы я знать, как, кто этот чокнутый доктор. Он, наверное, что-то сделал со мной. Он что-то сделал с тем мужиком. Он был в противогазе, а я нет. Город, глава 3, город стоит опасность. Ну мы что делаем? Мы делаем вот это. Музычка началась. Мы делаем вот это. Но мне нужно... Что? Что? Я правильно зашел? Подожди. А мы в эту дверь можем пройти? Нет, в эту дверь мы пройти не можем. И то есть, где мы оказываемся? То есть, вот это все у него был какой-то трип? То есть, ничего этого не происходило? Но музыка очень приятная. С музыкой, вот именно с такой музыкой у них все круто. В этой игре прям постарались сделать. Но вот эти звуки, которые вот сейчас опять начинаются, это параша лютая, они мне нравятся. Ладно, пойдем смотреть, что нас ждет дальше. Блин, ну оставьте музыку, сделайте вот эти звуки потише. Вот, как приятно звучит. Ну пойдем. Вот, я говорю, как матери вот эти вылезли. Вот мы туда добежали прям без приключений. Но обратно что-то вот, ты такой побежишь, ой, да, тут никого нету. А у них так это не работает. В этой серии очень много сохранений. Ну, конечно, большая часть из меня, но... Почему нет? Ой, как приятно. Я даже помолчу. Какая приятная музыка. Класс. Если бы играли на геймпаде, то можно было идти медленно. Тут так нельзя. Так, вот так красиво поворачиваемся. Опа. Снежочек идет, приятно. Ух ты, напугал меня сообщение. Они специально это сделали? А на-ка у меня телефон. Ты в порядке? Тебе пора вернуться домой. Я начинаю беспокоиться. Это разве не первое сообщение, которое у нас было в самом начале игры? Или там было начинает темнеть? Так, ну я думаю, телефон нам особо не нужен, поэтому можно сделать вот так. Так. О, ёп, я тогда давно тебя не видел. Так, оп. Слушай, ну дубинка, они быстро убиваются, конечно. А музыка когда кончилась? Так, нам походу дальше идти. Там не было ничего? Не было ничего. Тут тоже я ничего не видел. Эта дверь заперта, хорошо. Эта дверь тоже заперта. Внутри все разбито, теперь это бесполезный хлам. Блин, ну хоть бы что-нибудь оставили. Видимо, он про все машины так будет говорить. Рональд Стрит. Судя по схеме, мне нужно ехать до Хэнсон Сквер, чтобы вернуться домой. Но сперва придется добраться до Сексон Авеню. Угу. А мне что, запоминать надо? Доберитесь до Хэнсон Сквер через станцию Сексон Авеню. А, нам теперь еще по метро шляться. Но в этой игре нас все время пытаются под землю запихнуть. И это что такое там?
Какая-то кракозябра. Деревца. Этот путь полностью перекрыт, придется поискать обходной. И все это бесполезный хлам. Но я не вижу тут ничего. О! Престон народ, Сексон Авеню. Вот нам нужно в Сексон Авеню. Ой-ой-ой! Ты чего? Не дури. Ты меня сразу убьешь, если я подойду? Дверь не поддается. Ой, здрасте. Оп. А, вот я сейчас умру, да? Ну, зато посмотрели. Да, у него руки там, ты видел? Руки. И знаешь, вот мы... Шприц? Я его в прошлый раз не брал. Вот, ты ж как хорошо. Это я специально сделал. Я специально сделал, чтобы не возвращаться обратно. Вот это, чтобы не идти лишний раз. Я все продумал. Так, да, меняем вот эту на вторую. Берем вот так. А, подожди. О! Откуда он вылезет? Оп, не попал. Ну, блядь, да нет, херня это все. А обычная палка, ничего в ней такого нет. Так, значит, не подходим. Вот мы к этой дурочке. Эта дверь закрыта. Значит, нам идти вниз. Возьму я тогда дробовик. Раз на то пошло. Не, ну хотя, ну на кой хер нам дробовик? Вот скажи мне, на кой хер нам дробовик? Ох ты ж, ёпта! Это что такое? Вот зачем нам дробовик. Вот зачем нам дробовик. Я не ожидал. Вот нам дробовик нужен, когда мы ползаем здесь. А, вот мы как раз обходим вот это непонятное дерево. Из рук. Из плоти. Ать. Патроны. Ну вот специально патроны дали. Так, напугают сейчас, суки. Ага. Там тупик. А, и здесь тупик. Ладно. Пойдем дальше. Ну, по-любому будет ползти. Здесь... Ой. Ой. А это мог меня и пришибить. Во, одного патрона достаточно, это хорошо. Ты на меня сразу выпрыгнешь? Обойма! Так. Видишь, обойма. Да сука. Вот на тебе, по пузу. Сука, получи. Так, блять, ты... Он, сука, привязанный, я все равно получаю по ебалу. Срочно, патроны. Это же замечательно. А, это я ползаю, хожу. Ладно, пойдем. Так, ну слушай, с дробовиком прям хорошо ползется. А я как должен пролезть? Ага. Вот так. Хорошо. Не, ну с пистолетом... Вон они стоят, глянь, танцуют, пляшут. Сантехники гребаные. Опа. Опа. Блять, походу не долетают до них пули. Ты тоже быстрый. О-о-о! Пацаны, я назад. Пусти, пусти, пусти. Я не могу пролезть. Это все. Это все, блять.
Твою мать, это все, я не могу пролезть. Прыгай на машину. Блять, почему так часто умираем? Мне не нравится, мне не нравится. Вот это ловушка была, сука, это ловушка. Так, значит, что мы делаем? Беру вот эту вещь. Прыгай сюда. Не попал. Заебись. 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 Да умри ты. Как? Что? Зажали меня, твари. То есть, подожди, я сейчас проверю. Пустите меня. Я так понимаю, все, эта игра началась долгая. Что-то я не могу даже какие-то самые простые моменты пройти. Вот, я беру. Я обратно зайду? Нет, он не пускает обратно. Беги на меня. Есть. Ага, нормально, нормально, бежим. Ага, есть. Ага, есть. А с тобой будем экономить. Все, он один остался. Да твою мать. А, не подхожу к тебе, а тут у меня тоже сейчас завалишь. Нет, все, тут жопа началась. Тут уже просто так не походишь абсолютно. Да. А, тут просто перепрыгнуть надо. Я не могу. А. Так, давай тогда, ну, вместо ножа возьмем пистолет. Дубинка, она действительно вроде помощней. Ох ты, что это было сейчас? Опа. Блять. Ты куда так отлетаешь? Да, сука. Ага. Да ты будешь по нему попадать или что? Нормально. Почему ты еще не умираешь? Ну, 4 удара надо, это много, я считаю. Как они описывали, что это мощная вещь. Крутая дубинка. 8, 7, 6. Да. Можем заряжать сразу тогда. Ой, ты откуда взялся? Откуда? Ну, это не смешно. А, он даже не полной жизни восстанавливает. И почему-то первый раз он промахнулся. Он обычно одного хватает выстрела. А тут почему-то с двух. Мне не нравится, что они появляются теперь из ниоткуда вообще. Это вообще ерунда какая-то. Мне кажется, на улице хуже, чем вот в таких местах. Оп. Ой, вас два. Ага. Ага, научился, ты посмотри. Орудую как. Опа, блять. Опа, все, пизда, проиграл. Не попал. Блять, не убежал. Ай, попал. Да, твою мать, умри, что началось? Бля, как хорошо шло. Как все хорошо было. То есть, ну, в таких моментах мы будем экономить патроны. Правильно, правильно. Так, сохранение, спасибо. Мы только делаем, что по сохранениям ходим. Эта игра называется «Найди сохранение». Здесь я опечатано, не могу открыть. Не пересекать. Ага, ролик. Серьезно? Он же был боссом. А, это другой. А ты что такой быстрый? С первого раза? С первого раза? Это что за жопа началась? Что за жопа? Или мне от него только бежать?
Я... Во-первых, он жутко кричит. Это во-первых. Во-вторых... Чё за херь? Я могу его... Ой, блядь, что такое? Я тебя могу убить вообще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Твою мать, у меня мурашки от этой херни. Какой он жуткий. Да как, зачем вы такую игру сделали вообще? Твою мать, я вот так пойду. Я же сразу на него буду смотреть. Подходи, блядь. Сколько я тебя так буду лупасить? Давай, блядь. Да твою мать. Мне кажется, что я не должен его убивать. Вот почему у меня такое ощущение. Давай вот я проверю свои ощущения и просто буду от него текать. Я бегу, блядь. Я бегу и не оглядываюсь. Я бегу. Все, пиздец. Прибежал. Прибежал. Тупик, блядь. Это жопа. Это просто жопа. Это просто жопа. Это просто жопа, блядь. Хватит бежать за мной. Это просто жопа. Ой, блядь. Уйди нахуй. Все, я умер, да? Не могу, это жопа какая-то, это, сука, страшно. Да, тут от него надо бежать. Мне нужно научиться от него бежать. Да? Да, как это сделать? Как? Твою мать, это... Это жесть. Это просто жесть, я не... Может, я с дубинкой бегаю быстрее? Да нет, он одинаково бежит. Может, давай с пистолетом? Может, он будет от пистолета задерживаться? Ага. 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 Ай, блядь! Ой, иди! Какой ты... Пиздец! А я в тупике, блядь, отъебись! Я не запомнил дорогу! Твою мать! Твою мать! Он максимально жуткий! Это он бегает как придурочный! Он бегает как придурочный! Так, смотри, Я понял, что делать! Я понял, блядь, это тупик опять! Нет, не тупик. Я догадался. Сейчас вот закончится, я расскажу, как я догадался. А как я догадался, спросишь ты? Он же притормаживает, чтоб нас резануть. Поэтому просто, даже если он подбегает к нам вплотную, мы успеваем убежать. Просто пугали именно эти моменты. Вжж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 
И нам, конечно, найти бы сохранение. Просто видишь, от него... Сейчас мне это не требуется. Да как это? Сел и поехал. Тебе хер кто догонит. Так. А, это этот дурачок завизжал. Обойму, спасибо. Спасибо. Они меня даже, наверное, не могут тронуть, но проверять я это не буду. Блять. О, хорошо. Да, сбоку, значит, их можно хорошо валить. Сбоку так сбоку. Ай, ты, мразь, взрываешься. Я его помню. Умер. Отлично.
Вон он еще один бежит. Да ёб твою мать! Ёб твою мать! Ёб твою мать! Отъебись! Ты где? Головоножка. Как бы так сделать? Ага. Сука, что с твоей головой? Так. Тихо, вроде спокойно. Тебе велик требуется. Почему ты не хочешь сесть и поехать? Я считаю, что это отличное решение. У нас, смотри, кончается дробовик. Кончается дробовик, и у нас остается только... Ой, мать, напугала меня! Дай, твою мать, не могу я... Ага, получай. Нормально. Научился дубинкой пользоваться, научился. Ты такая неожиданная. Не, ты ж взрыв... А, он не взрывается, он шип из башки выпускает. Опа, патроны. Глянь, начали раздавать там опять... вот для чего мне был нужен телефон. Так, возьмем его в третью. И будем бегать вот так. Ага. Яичко пасхальное. Так, ну... Мне бы сохранение... Потому что-то мы далеко прошли. Просто я даже не знаю, с чем мне бегать. Ну, отключим. Возьмем пистолет. Опа! Ух ты! Умри! Ой! А ты пиздюк пришел! Ты посмотри! Ты просто посмотри! Вы чё, твари? Просто, блин, вот с дробовиком понятно. Он будет патроны дополнять. Потому что он по одному... А тут он обойму меняет. Я бы заранее, конечно, перезаряжался. Давай с пистолетом, наверное, ходить. Я даже не знаю. Пусть будет пистолет. Ой, нам, походу, сюда. А там что было? И туда можно? Так. А пойдем сюда. Блин, как много дверей. Как много дверей. Нет, берем дробовик. Ща кто-то вылезет. Отвечаю, кто-то сейчас вылезет. Дубинка и пистолет. Это, знаешь, они прям намекают, что мне нужна дубинка. А если вот так сделаю? Выбросить. Блять, я теперь вообще взять ничего не могу. Нахер я это сделал? Нет. Так, подожди. Давай я выброшу нож. Выбросить. Видимо, второй раз то же самое взять нельзя. Возьми дробовик. А, мы сюда зашли просто что-то взять. Да? Сейчас выйдем и... Патрон в никуда. Это, конечно, все прикольно и интересно. Как много дверей, я уже запутался. Блин, как много дверей. Нам как... Мы как будто идем прям по сюжету. Подожди. Подожди. Я кого-то слышал. Нет, нет никого. Так, эта дверь не подается. Все ясно. А что, если мы пройдем там? В том месте. Потому что тут очень похоже, что мы идем. Еще патроны. Очень много дают. Оп, блядь. А, вот, одного раза достаточно. Это хорошо. Но у меня почти закончились патроны. Вот, видишь, как хорошо, что вернулись.
А что это за мразь была? Это не та мадама, которая зависла. Не та. Которая галюны насылает какие-то суицидальные мысли. Туда можно попасть? Нельзя. Так, ну пойдем. Самое странное, что... Блять. Ай, в пизду нахуй ты взял. Ай-яй-яй. Твою мать. Ну ёб твою, сука, за ногу. А-а-а, кошмар, что я творю? Кали. Вот это сейчас я максимально тупо проебал. Больше не буду так делать. Все, идем с оружием и идем с оружием. Все, беру дробовик. Сейчас выстрелю ему в голову. О, он бежит, глянь, руками машет. Сдохни. Твою мать, все. Блять, патронов нет. А подожди, а как? Когда я успел их просадить все? Ага, все, пошли. Дубль 3 получается. Нормально. Давайте мне теперь жизни за себя. А то тут вообще какая-то... Да твою мать! Почему я в тебя не попадаю? Что за глупости? Что ты будешь делать? Э, а куда? А чего? А, вот так вот. Паркурим потихонечку. Опа, красавчики, молодцы, я считаю, что молодцы. Так, а кого? А чего? А куда? Как тут много места? Внутри все разбито, бесполезный хлам. Вертолеты летают. Нам сейчас по парку от кого-то бегать. Место-то большое. Черт, она перекрыла проход. Ну вот сука, вот как так парковаться можно? Никого не уважают. Что-то летает? Но я не вижу. Я ничего не вижу. Я не могу. А, тут перекрыто, я вообще не могу сюда попасть. Интересно. Нельзя запрыгнуть на машину, ничего сделать нельзя. Статуя орла. А, это какие-то загадки будут, видимо, двигать. И в воду залезть нельзя. Да, в воду тоже он не прыгает, кстати говоря. Ой, напугал, я думал, кто меня толкает. Ага, это статуя орла двигать, я понял. Но пока я не вижу смысла как-то двигать, потому что ничего не понятно. Статуя совы. Там чья-то еще статуя стоит. Льва. Лошади. И что они нам должны дать? Так. Еще наверх можно подняться. Слушай, ну я пока никого не вижу. Ну вроде бы... А, я что-то... Подожди, я опять заблудился. Так. Тут все... Тут заперто. Понятно. А, можно пройти вот здесь. И мы спускаемся вниз. Хорошо. Это кто? Добро пожаловать в парк Густав Дейл. Безумно летела она, тиха как шепот во тьме. Пролетев над рекой, она направилась на юг.
Ага. Четырехногий хищник крался бок о бок рядом со своей жертвой, готовый к броску при каждом движении. Король всех птиц летел выше, чем сова, недружелюбно оглядываясь вокруг. Ездовые животные не желали заснуть и потому безостановочно бежало на запад. Официально открытый в каком-то году, в 98-м, политиком Яком Аллас, плохо я вижу, пар Густав Дейл, это прекрасное и общепризнанное место отдыха, изначально построено как часть большого и известного бизнеса, наверное. Пожалуйста, берите палатку с собой. Вот так. Это нам дают подсказки по поводу чего? Типа их двигать так надо. А тут что наверху? Это лев. А тут, видимо, нельзя пройти, да? Дверь заперта. Да, теперь нужно сообразить, что значит. Что? Ой, да ты как так сделал? Безумно летела она тихо, как шепот во тьме, пролетев над рекой, она направилась на юг. Ну, то есть он имеет в виду, что на юг это летела сова. Бесшумно, правильно? Правильно, вот сова. Сова летит на юг. Это вниз. Это не похоже на низ. Вот есть север, юг, запад, восток. Подожди. А откуда мне считать юг? Ну вот, например... Подожди. Как неудобно это расположено. Вниз. Так. Да чтоб тебя, спрячь оружие. Нет, возьми просто дубинку. Налево. Вот, это будет считаться югом, если мы смотрим сверху. Юг же он внизу. Четырехногий хищник крался бок о бок рядом со своей жертвой, готовый к броску при каждом движении. Что это должно значить? Король всех птиц летел выше, чем сова, недружелюбно оглядываясь вокруг. Ездовые животные не желают заснуть, и потому безостановочно бежала на запад. Ай, или куда? На запад вроде. Да, вот ездовой на запад бежал. То есть, если это юг, а мы смотрим вот так... А где у тебя... Вот она. Да? Нажми ее, прими мой вызов. Не знаю, что ты от меня хочешь. А, так, на запад. То есть запад это влево. То есть нам ее толкать тупо вперед. Да. Тупо туда. Потом у нас получается. Орел летел выше совы. То есть он, например, летел на севере, да? Получается. Орел. То есть нам его нужно подвинуть вверх. Так. Так. А вот этот я не пойму. Просто крался бок о бок со своей жертвой. Что это значит? Трехногий хищник крался бок о бок рядом со своей жертвой, готовый к броску при каждом движении. Что это должно означать? Блин, ну здесь это неправильно, это ну жопа. То есть, ну... Вот он как там стоит? Его... север... На восток тебе получается...
Так. Нет, вниз. Ну все, работайте. Что за ерунда? Что должно произойти? Какая сложная загадка. Направилась на юг. Ну, а юг, сука, с какой у них тут стороны? Тут же хер разберешь. А-а-а, вы здесь. Ну, я внизу, да, вот, я внизу. Написано. Ну, тут они не в правильном порядке расположены надписи. Тем более тут как шепот во тьме, но это сова. Она направилась на юг, пролетев над рекой. А вот король всех птиц летел выше, чем сова, недружелюбно оглядываясь вокруг. Просто тут есть упор на стороны света. А получается, я ничего не могу в этом плане сделать. Потому что я все сделал правильно. Сова летит на юг, вниз. Тот летит выше, чем сова. Может, середина? Тут есть смысл середины. Вот тут вот загадки, это что-то, видимо, не для меня. Уж больно они какие-то сложные. Выше, чем сова. А лев к своей жертве был близко. Он тоже должен быть в середине. А? Конь, конь его жертва. Лошадь, нет? Лев в середину. Вот так. Ну. А, бок о бок. Бок о бок. Ну, вот как лошадь. Лошадь на западе, это слева. Просто не понимаю, мне что-то должно открыться по итогу. Или нет? Или да? Какой кошмар. Бесшумно летела она тихо, как шепот во тьме. Пролетев над рекой, она направилась на юг. Ну вот она на юге. Король всех птиц летел выше, чем сова, недружелюбно оглядываясь вокруг. Ну значит, он летел выше, то есть он полностью летел. Или вот отсюда мне смотреть север, запад, восток. Зачем такие сложные загадки? Летел выше. Просто что должно открыться? Ничего ж не понятно. Должно же быть что-то, ну, какой-то эффект, что-то щелкнуть, может быть, должно, или нет. Ой, споткнулся, потому что тут тоже не зайдешь, дверь заперта, то есть по-любому нужно что-то решать здесь. Что-то решать здесь. Так. Это точно стороны света. Точно стороны света. Если мы здесь. Ну вот карта расположена, скорее всего, правильно показывает, что там север, внизу юг, справа восток, слева запад. Получается, летела она бесшумно. Это сова, она на юг. Она внизу находится. Ездовое животное не желало заснуть, и потому безостановочно бежало на запад. Это вроде запад. Но вот здесь ничего не понятно. Четырехногий хищник крался бок о бок рядом со своей жертвой, готовый к броску при каждом движении. Нет стороны света. Король всех птиц летел выше, чем сова, недружелюбно оглядываясь вокруг. То есть... нет стороны никакой. Никакой стороны. Давай попробуем сделать по-другому. Если с конем
Если все-таки запад, восток по другим сторонам, то, например, коня нам надо вниз. Вот так. А сову нам надо вниз. Так, куда ее? Все, сова внизу. Внизу. Лев у нас пусть будет это здесь. Но орел должен быть, получается, уже вверху. То есть вверх уже с другой стороны. Ну, я их поменял. Если наоборот считать все. Какая долгая загадка. Но если считать, что запад там, льва направо. Если считать, что запад здесь. Да твою мать. Я нажимаю на коня. Нажми ее, прими мой вызов. Какой? Блин, вот загадки. Вы бы хоть их как-то понятнее описали бы чуть-чуть. Я не знаю. Ну, чтобы дурачок понял. Вот. А если вообще наоборот все? То есть лев? Куда же его двигать? А, я понял. Я сообразил. А нужно ориентироваться на... смотри, я умный, я надеюсь. Может быть, ты обратил внимание, что когда жмем, то есть вот у нас он стоит внизу, я жму наверх, но он не идет. Но сова нам нужна на юге. То есть вот получается юг внизу, жмем вниз. Орла нам нужно вверх. Видишь, вверх не нажимается. Все, орел вверху. У орла там вверх. Конь нам нужен на запад. Запад слева. Вот он. Запад. А лев, ну, скорее всего, в другую сторону его. Просто в единственную оставшуюся. То есть на восток. Так, а восток у нас здесь. Работай. Что должно произойти? Я не пойму. Не так. В какие стороны света вас распределять? А, она летела над рекой на юг. Непонятно. Надо подумать еще. Тут никаких расположений нету. Никаких. Надо подумать. Может, здесь есть какой-то все-таки компас. В целом, да, мы можем попасть на Абу, но пока я не могу попасть никак. Тут, может, где-то подсказки есть. О! Так. Юг, север. Ну! Ну, я сообразил, я так и сделал. Запад, восток. А что тебе не нравится? Я все правильно сделал. Ну, я же говорю, что сообразил. Как оно работает? Север, юг. Запад, восток. Все
Все правильно. Давай попробуем коня. Так, на запад коня. Коня поменять со львом. Но это бессмысленно. А, нет. Может быть, ты на восток? А он же бок о бок идет. Он тоже должен быть на восток. Ну это логично. Как много у нас занимает времени, это загадка. Просто я считаю, что он тоже идет на запад. Да, на запад он шел бок о бок. Значит, все, я считаю, догадался сам. Прикинь, я догадался. Я, конечно, чуть-чуть подсмотрел, что тут должен быть на ведре вот это, компас, но я это сообразил и без этой подсказки. На этом пора заканчивать. У нас слишком много времени заняла вот эта загадочная вся ерундистика. Но мы ее сделали. Мы с тобой молодцы. Поэтому подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями. Также поставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего.